Вітаю всіх від ОБІ24-го. Ми розпочинаємо наш черговий стрім. Сьогодні будемо спілкуватися із Рамісом Юнусом. Це політолог з Вашингтона, а також екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Власне, поговоримо про ті новини, які отримуємо із Сполучених Штатів, із Великої Британії. Чимало тем сьогодні для обговорення, але перед тим, як почати, традиційно попрошу вас поставити лайк цій трансляції, підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Ну, а так само буду дуже вдячна, якщо поділитесь посиланням на це відео зі своїми друзями. Це допоможе поширити нашу розмову і цю трансляцію. А зараз Рамис Юнус приєднується до нас в ефірі. Господин Юнус, здравствуйте. Вітаю вас, дякую за запрошення, рад вас видеть, в добром здравии, приветствую всю вашу аудиторию. Навзаєм вітаю вас. Ну, давайте будемо починати із событий в Соединенных Штатах, потому что накануне політика написала о том, что, собственно говоря, грядет раскол в республиканской партии, трампистская крыло, как утверждает издание во главе с Кевином Маккарти, добивается сокращения военной помощи Украины, но в то же время там другие влиятельные однопартийцы, вот, например, Митч МакКоннелл, наоборот, выступает за продолжение выделения денег Киеву. А вот сенаторы утверждают, что, вот, цитирую сейчас, абсолютно новый мир, в котором республиканцы открыто заявляют, что они готовятся отдать Украину Путину. Все ли настолько драматично? Ну, вы знаете, во-первых, все, во-первых, не так драматично, как это преподносит средства массовой информации. Вот, потому что средства массовой информации любят такие крикливые заголовки. И это делается в первую очередь, как вы сами понимаете, вы журналист, наверное, для того, чтобы собрать как можно больше аудиторию и внимание к данной новости. Но что касается реального положения дел, ну, мы должны понимать, что сегодня в Соединенных Штатах выборы вышли на финишную прямую. И буквально меньше месяца осталось, чтобы эти промежуточные выборы состоялись. И поэтому мы будем слышать огромное количество разных заявлений, противоречивых, как касательно внутриполитической ситуации, так и касательно внешнеполитической ситуации. Потому что Америка – огромная страна. Здесь это страна иммигрантов, здесь есть представители латиноамериканцы, здесь есть афроамериканцы, здесь есть азиаты, понимаете? Здесь есть представители постсоветского пространства, здесь есть огромная та же украинская диаспора, почти миллион человек. Поэтому очень важно получить голоса всех избирателей и прийти к финишу с хорошим результатом. То есть это причина, главная причина того, что мы слышим вот такие крикливые заявления, то есть такой массе, так это шумно слышно, да, это именно сегодня. Почему мы это не слышали, например, 2 месяца назад, 5 месяцев тому назад? То есть я хочу, чтобы вы понимали бы. И я думаю, что после того, когда эта предвыборная кампания вся закончится, вот, и тогда это утихнет. Это обычно бывает именно во время промежуточных выборов и во время президентских выборов. И процентная составляющая, половина того, что обычно говорится, обещается, она после выборов, конечно, забывается. И потом уже, будь то конгрессмены или сенаторы, или будь то избранный президент, если это касается президентских выборов, они уже начинают исходить из реалий, из реальной ситуации касательно внутренней политики и внешней политики. И, конечно, базируясь в основном на стратегических интересах США, особенно если это касается внешнеполитических каких-то рисков, угроз или вот таких катастроф, которые вот планетарного масштаба, как сегодня, каким является агрессия России против Украины. Поэтому я бы здесь очень сильно не драматизировал бы ситуацию, зная, опять же, что по сегодняшний день, за все 8 месяцев войны, двупартийная поддержка Америки обеспечивается, и она в большом количестве процентов, 75-80, она соответствует уровню общественного мнения и уровню поддержки общественного мнения здесь в США. И поэтому далеко не случайно и двупалатный Конгресс Соединенных Штатов Америки также оперативно, как вы помните, реагировал всегда, еще ни разу не тормознули никакой проект, никакой законопроект, связанный с той же Украиной, помощью Украине. А учитывая, что исполнительная власть находится в руках и будет в ближайшие 2 года еще находиться в руках демократов, а исполнительная власть имеет довольно много рычагов финансовых плане тоже, вспомните, что почти 60 миллиардов уже вам выделено, из них почти 17 выделено только за эти 8 месяцев. И это выделялось, и будет продолжаться регулярно это делаться. А заявление ключевых
представителей республиканской партии. И, как вы правильно отметили, есть там определенный раскол, да, потому что процентов 20, процентов 20-25 – это трамписты, как вы их называете. Да, это ярые сторонники президента Трампа. Надеюсь, меня они сейчас слушают. И те, которые имеют еще уверенность и решимость, выходят иногда на ваши экраны украинского телевидения. Вот задавайте им вопрос. Вот я беспартийный, я не демократ, не республиканец. И мне до лампочки, что те, что другие. Если что-то будут они не то делать, я надо будет бить и тех, и других. И не верьте, когда выходит в экран демократ, значит, он врет. Республиканец, он также врет. Они специально будут тянуть одеяло на себя, а вы, наоборот, не давайте их вовлекать у вас во внутриполитические дебри. Вы, наоборот, посмотрите внимательно сейчас за этими выборами. Украинская диаспора сегодня, она огромная. Поднимите свой голос по всей стране, в средствах массовой информации, на митингах. Проверяйте каждого конгрессмена, каждого сенатора, как он голосовал именно или будет голосовать. Записывайте это на видеоролики. Показывайте, крутите это в Ютубе как документ, что завтра, когда этот человек придет в Конгресс, и когда что-то будет касаться Украины, чтобы можно было бы сравнивать, чтобы он знал, что он на крючке. То есть в этом плане. Это очень важно делать. Не списывайте все только на политиков. Это проблема и гражданского общества, это проблема и средств массовой информации. Это проблема, конечно, и дипломатии украинской. То есть проблема это каждодневная. То есть надо работать активно как с политическим истеблишментом, так же и с общественным мнением здесь, в Соединенных Штатах. По всему миру это так надо делать. Но в первую очередь в тех странах, которые являются для вас главными, ключевыми сотрудниками, это союзниками, это я имею в виду США и Великобританию, где идет сейчас кризис, как вы видите, и поэтому там точно так же надо продолжать это делать, чтобы их внутриполитические разборки никак не отражались бы на вас, не вовлекайтесь во внутриполитические разборки. Что касается вот лично Трампа, вот когда они выходят, спрашивайте них, показывайте, что говорил Трамп, посмотрите, сколько глупостей он за последнее время говорит, антиукраинских, чисто пророссийских. Ну так что, когда вы выходили, рубашку рвали за того же Трампа и говорили о том, что он за Украину. А где же он был за Украину 4 года? Хорошо, Байден с Барак Обамой виноваты во всем. Я поддерживаю это мнение. С 2008 года Грузия и 2014 год касательно вас, аннексии Крыма и бойни в Донбассе, виновата администрация Барак Обамы и Джо Байдена. Хотя в августе касательно Грузии виноват, это начиналось при Джордж Буше младшем. Но опять же, они оба виноваты. И они не сделали того, что должны были сделать. 4 года был Трамп. Что, джавелинами? Джавелинами, вот сидят, мы джавелины им поставили. Война против России. Вы сегодня видите, это что, джавелины? Это что вам, Афганистан? Почему за 4 года вы не нашпиговали Украину хаймарсами? Вы почему не помогли Украине с противовоздушной обороной? И все то, что сегодня, вот за эти 8 месяцев, вы видите, как Украина во всем этом нуждается. Это же можно было сделать тогда? Байден, Барак Обама плохие. А что, Трамп хороший? Он сделал это? Нет. Потому что и Барак Обама с Байденом тогда, и Трамп использовали как раз-таки внутриполитическую разборки, вот Украину для своих внутриполитических разборок. Совершенно. И они не готовились к этой войне, они не готовились к этой агрессии, они с довольно перезагрузкой занимались. Перезагрузкой занималась администрация Обамы и Байдена. Эту же перезагрузку еще более усилил тот же Дональд Трамп. Поэтому я оставляю тот период в прошлом, в истории. Сегодня у Байдена есть возможность исправить эти ошибки. Вначале он не так действовал, мы это все видели, и мы на него сильно наезжали. Но сейчас, в последнее время, мы видим, что процентов на 70-75 он и его администрация двигаются в нужном направлении. Я вижу, и Конгресс держит нос по ветру, и общественное мнение на вашей стороне. Поэтому давайте не будем драматизировать эту ситуацию. Пока никаких решений по сегодняшний день, за эти 8 месяцев, мы не видели таких, чтобы были бы они, пугали бы нас всех. Мы, наоборот, видим, что не так быстро идут, но по усиливающейся это идет наверх. А то, что недавно приезжал к вам сюда министр обороны Великобритании, буквально перед отставкой Ли Страсс, это тоже далеко не случайно. А последнее Рамштайн и заявление Ллойд Остина и генерала Милли, и вот встреча с вашим министром Резниковым, и то, что сегодня вот эта проблема с этими дронами и все остальные эти моменты, лишний раз говорят о том, что идет системная поддержка, и я не думаю, что та связка, которая сегодня связывает Соединенные Штаты и Украину, я имею в виду лично, как президентов этих обеих стран, коллег по всем направлениям, и эти две страны в стратегическом плане, я не думаю, что сегодня поражение Украины, это
это будет поражением Соединенных Штатов. Победа Украины – это будет победа Соединенных Штатов и лично того же Байдена. Они идут в связке, как поднимаются альпинисты на гору. И один из них, если сорвется, он потащит за собой другого. Поэтому надо это понимать. Я думаю, политики это тоже понимают. Просто поменьше внимания обращайте вот на бросы в информационное поле. Слушайте реальных политиков и принимаемые конкретные решения. Пока я не вижу повода для драматизма. Ну все же, по вашему мнению, трамписты все-таки добиваются или, по крайней мере, говорят о том, что хотят сокращения военной помощи Украины. Украине официально как бы озвучивается то, что хотят больше контроля над поставками вооружения, хотят, чтобы Европа больше включалась. Но учитывая последние заявления Трампа, вот что на самом деле за этим стоит? За этим стоит то же самое, что стоит за заявление того же Илона Маска. Да вот Илон Маск. Ярый трампист, это сторонник Трампа. Талантливый человек, миллиардер, то есть все, что хочешь. Ну, кто его заставил такие глупости болтать? Сказал, ну, ему объяснили, как будто сделал, как будто шаг назад. Но это однозначно, да, это как раз-таки лишний раз показывает о том, насколько для политиков здесь, в Соединенных Штатах, я имею в виду, которые в первую очередь думают о выборах и о себе хорошем, то есть будь то бизнесмен или будь то политик, который хочет стать президентом или конгрессменом, сенатором, они в меньшей степени думают как раз-таки о Украине или думают о какой-то другой стране, или Грузии, или Азербайджан мой родной, или что-нибудь другое. Они используют любой повод для того, чтобы усилить свои акции во внутриполитической борьбе. Вот смотрите. Нэнси Пелоси, да, тот же, вот я критикую сейчас республиканцев много, сейчас немножко покритикую и конкретно демократов во главе с той же Нэнси Пелоси. Вот она полетела на Тайвань, если вы помните, да, скандальное что, чего она добилась, чего она спровоцировала Китай на какую-то определенную позицию. Вы же хотите, чтобы Китай был лояльным. Зачем вы дразните гусей? Еще в результате этого Китай что, слабее стал? Или политика в отношении Тайваня как-то изменилась? Какие успехи? Это было сделано для выборов. Именно для того, чтобы показать, какие мы такие крутые. Перед тем, как поехать туда, на Тайвань, что она обещала? Она наехала на администрацию, лично на президента. Ежели мы не примем закон касательно России, что спонсор терроризма, я лично это сделаю через Нижнюю палату. Выборы кончаются. На эту тему она как приехала оттуда, даже не заикалась. Даже не заикалась. И поэтому вот вы меня спросите, я призываю всех граждан Украины, которые голосуют, ни один голос не давайте лично Нэнси Пелоси. Потому что таких, как она, надо гнать с Конгресса и вообще на пенсию надо, пора, ей далеко за 80. А точно так же, да, она приезжала в ту же Армению, пообещала им тоже много чего другого. И что дальше? Помогла она кому-то? То есть это все дело, вот она поехала в Армению для того, чтобы собрать голоса калифорнийских армян, поехала на Тайвань собрать голоса вот тех, которые именно поддерживают тот же Тайвань. Это делается для этого. Поэтому вот эти все заявления, которые вот сегодня делаются, смотрите только через эту призму. Ну, что касается Дональда Трампа, 4 года его каденции перед нашими глазами, я гражданин США, я это все видел своими глазами. Он на самом деле самый пророссийский президент за все последние годы. И мне стыдно, что у нас был такой президент. То есть вы считаете, что вот эти вот действия трампистов и заявления об сокращении поставок вооружения Украине, это действия, которые играют на руку Кремлю? Ну, то есть это инспирировано оттуда? Нет, это не надо говорить, что это инспирировано оттуда. Нет, категорически, это просто на руку Кремлю, как вы говорите. Конечно, и Кремль будет вспомнить, когда все время это использовалось, что-нибудь, например, Трамп сказал, или Илон Маск сказал, или еще кто-нибудь другой что-нибудь скажет. Если это помогает информационному фону пророссийскому для их пропаганды, они, конечно, это будут использовать. Если же кто-нибудь что-нибудь другое, или посмотрите, они что, все используют, что говорят республиканцы? Среди республиканцев огромное количество приличных людей, которые сегодня довольно достойно говорят. Тот же Митч МакКоннелл, да, которого вы сегодня цитировали. Я думаю, я уверен, что на российских каналах Митч МакКоннелла цитату не будут приводить, а лидера меньшинства они однозначно будут приводить. Это закон этого жанра, закон информационной войны. Просто вы должны понимать, что США это огромное страна, и сказать, что здесь Россия может так влиять. Да, Россия, конечно, лоббирует свои интересы. Здесь таких, как Генри Киссинджер, вагон и тележка. Лоббизм здесь законом разрешен. Поэтому, конечно, и в газете «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс» или в каких-то других изданиях вполне могут выйти пророссийские статьи. Также могут выходить там и проукраинские статьи. Но говорит о том, что это
политика той или иной администрации, это можно сказать только когда приходит конкретный президент, и мы видим, как в течение года-двух, ну, мы конкретно видим эту политику. Например, Трамп, когда пришел, я его целый год не критиковал. Но когда я увидел, куда он стал заводить страну, какие он комплименты отпускал тому же Путину. То же самое, что говорит Сильвия Берлускони, да, сегодня же. Посмотри, то же самое, что говорит Ангела Меркель, да. Это же все, в моем понимании, государственные преступники. Ну, потому что они приложили руку к тому, включая всех тех, кто 20 лет делал бизнес с тем же Кремлем, да, почти триллион долларов. Ну, в основном это, конечно, деньги делали там в Евросоюзе. Просто Соединенные Штаты не занимались этим ни во времена Джордж Буш-младшего, ни во времена Барака Обамы, ни во времена Дональда Трампа. Они списали эту территорию в Европе во главе с Германией, Францией и Италией. И поэтому Германии кто был? Шрёдер, Штайнмайер, Ангела Меркель, в Италии Сильвия Берлускони, во Франции Саркози, Олланд и вот этот Макрон. То есть вот это все мы видели, да, и поэтому сегодня кто лоббирует 8 месяцев интересы той же России, ну, постарается протолкнуть, кто муссирует эту тему переговоров и все остальное, да, что нужно той же России в нынешней далеко не успешной военной кампании. Конечно, эти страны это делают, и бизнес еще продолжается, газ по-прежнему покупает, санкции уже застопорились на том нужном уровне, на котором это нужно. Посмотрите, иранские эти самые беспилотники, когда смотришь на их нашпигованность, внутреннюю начинку, это откуда? Это компании американские, это компании европейские, понимаете? Американская компания как могла через, да, обход санкций, а куда смотрели определенные фискальные структуры? Значит, закрывали глаза, а мы же видим, как закрывали глаза это и на поставки с 2014 года. Те же французы, те же немцы почти на 270 миллионов евро тоже это делали. То есть это все, и поэтому сегодня Россия вот так с Ираном и может заниматься вот этим обходом санкций. 40 лет Иран это мог делать, этим опытом они наверняка давно поделились с той же Россией, и Россия также может пройти. Поэтому это системные проблемы, и поэтому это более важные проблемы, чем конкретно сегодня вот эти промежуточные выборы касательно через призму Украины. Потому что если бы это были бы президентские выборы, да, конечно, можно было бы говорить. Но учитывая о том, что это промежуточные выборы в Конгресс, а в массе своей республиканцы точно так же на вашей стороне, точно так же, как среди демократов, в семье не без урода, там тоже есть такие, которые выступают с таких же позиций, как вот эти трамписты. Огромное их количество, я не думаю. Просто в сумме их процентов 20-25. Но это не большинство этого Конгресса, и президент, если захочет продолжать эту линию, он спокойно ее может продолжать. Просто очень важно, чтобы вы свое давление, как я сказал, по всем направлениям, информационные, на общественное мнение, продолжали бы это делать. Ни одного дня тормозить в этом вопросе нельзя. Здесь понятно. Давайте еще обсудим события в Великобритании. Сегодня Ли Страсс объявила о том, что уходит в отставку, и мы понимаем, что все те кандидаты, которые могут ее сменить, в принципе, заявляют о такой решительной поддержке Украине, но в целом вот этот период нестабильности, несет ли он какие-то угрозы для нас, как вы считаете? Категорически. Точно так же, как я говорил в отношении Соединенных Штатов, я еще более уверенно могу сказать в отношении той же Великобритании. Если вы посмотрите на размер помощи, который сегодня выделяется той же Великобритании, это же мизер по сравнению с ВВП, который имеет эта Великобритания. Поэтому у Великобритании сегодня эта проблема связана не с помощью Великобритании или с непомощью Украине. Это внутриполитическая проблема, которые накопились вот после пандемии, именно экономического порядка, и не смог их решить тот же Борис Джонсон. И Ли Страсс, конечно, может быть, начала не с того, экономисты это лучше ответят, но во всяком случае тот накал страстей, который был в британском обществе, она не смогла нейтрализовать, несмотря на то, что она чисто внешнеполитически продолжала ту же линию. И я не думаю, что любой, кто придет на ее смену, любой, кто бы не был в этой партии, потому что, я так понимаю, пока будет их партия у власти, потому что большинство у них, она в неочередные парламентские выборы при низком рейтинге, им сегодня невыгодно идти. Я думаю, найдут они какую-то кандидатуру, ту, которая, в принципе, больше будет заниматься внутриполитическими разборками, да, я имею в виду экономическими вопросами, да. А то, что касается поддержки Украины, это будет идти своим чередом, потому что точно так же в британском парламенте наблюдается двупалатная поддержка. Более того, она намного больше, если взять в процентном плане, чем тот же Конгресс Соединенных Штатов Америки. Поэтому я пока тоже не драматизировал ситуацию и не вижу беспокойства на этом направлении именно через призму Украины.
Будем следить за развитием событий. Возможно, и Борис Джонсон вернется на свою должность. Он сам уже заявил о такой готовности. Ну, в общем, держим руку на пульсе, что называется. А поки наших глядачів, попрошу поставити лайк цій трансляції, підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну, а так само будьте активними в коментарях, пишіть, звідки ви, пишіть свої запитання Рамісу Юнусу, найцікавіше буду озвучувати. Ну, а ми, тим не менш, будемо продовжувати. І от сьогодні, знаєте, така дата, ровно 8 місяців назад Пісков, значит, сказал о том, что Россия никогда ни на кого в истории не нападала первой. Более того, он тогда возмутился, что Россия обвиняет в развязывании войны. И вот род Путина тогда заявил, что Россия не хочет даже произносить слово «война». И правда, все это время там запрещали произносить это слово, даже придумали тюремный срок за это. Но вчера буквально сам Путин уже вводит военное положение на захваченных территориях Украины. По вашему мнению, зачем и к чему это ведет? Я уже не удивлялся бы тому потоку лжи, который мы реально регулярно слышим из уст официальных лиц Кремля и из уст их пропагандистов. Поэтому даже вот на Ютубе или там в информационных средствах, ну, в информационном поле мы часто видим такие параллели. То, что он говорил в самом начале войны, и то, что он говорил сейчас. То, что он говорил за последние 20 лет вообще. Конституцию менять не буду, выборы менять не буду. И много чего другого говорили. Да? И касательно того же Крыма. Что он говорил точно так. Это мы все видели, поэтому, как говорил Геббельс, ложь должна быть настолько чудовищной, что в нее легко можно было бы поверить. И точно так же они же это регулярно делают, они же это работают на свой конкретный зомбоящик. Ну, опять же, рассчитывая на то, что их вот Russia Today и все остальное, то, что они построили за границей, может тоже в определенной мере обрабатывать общественное мнение на Западе, что, в принципе, у них удачно и получалось долгие годы. Но слава богу, что сегодня вы уже не мальчики для битья, как я подчеркиваю, ваша сопротивляемость вот такая героическая, она разбудила, да, вот весь мир, и тихо-тихо сегодня вот эта ложь уже так не работает, так не проходит. Другое дело, теперь что касается того, что вы спрашиваете по поводу этого военного положения. Если вы помните, я в эфире последний раз и вашего канала, а до этого я во всех каналах, я всегда говорил, что после мобилизации, когда тема мобилизации возникла, я сказал, что значит следующим шагом он пойдет именно на военное положение. И более того, они также ее объявят какой-то частичное, также где-то приграничное, но это будет самое настоящее военное положение по всей стране. Они только форму какую-то придумают, чтобы дурить людей, типа вот как частичная мобилизация, мы видели, какая это частичная мобилизация была, и более того, каким позором она обошлась от Финляндии до Монголии, да, для всей этой. Миллионы стали убегать. Если это частичное, зачем миллионы убегают, да? Значит, совершенно не частичное. И Дагестан, Северный Кавказ, Чечня, то есть стали, заставили сделать шаг назад, да? Но, более того, я уверен, что, вот сейчас могу это тоже сказать, увидите, так это будет повторяться. То есть вот сейчас, когда у них осенний призыв, как будто бы, да, поэтому нет смысла мобилизации, значит, снова могут собирать людей. А когда осенний призыв закончится, и когда, опять же, успехов на фронтах они добиваться не добьются, а это однозначно, в ближайшее время, в ближайший месяц-два этих успехов, ну, я не вижу этих успехов, но военные специалисты могут это даже подтвердить еще лучше, чем я. И я думаю, поэтому после этой осеннего призыва вновь будет это какая-то очередная частичная мобилизация. Поэтому военное для чего положение нужно для того, чтобы закрыть границы вообще, закрыть границы и держать страну по законам военного времени. Но это все им нужно, потому что у них других вариантов нету, потому что когда вот ситуация как в шахматах, цунг-цванг, то есть любой ход ухудшает их позицию, но у него других вариантов просто нету. И тем самым он усиливает политический кризис, официальный старт которому он дал этой мобилизацией, да, в самом начале. И поэтому и военное это положение, оно точно так же, вот вы увидите в ближайшее время, такого же типа форс-мажорные ситуацию, катаклизмы какие-то по разным местам, особенно по таким большим городам, когда вы увидите, как эта тема начнет муссироваться, и когда люди начнут понимать, те, кто убежал, уже убежали, а те, кто уже сегодня захочет убежать, они уже убежать не смогут. А для этого и принимают этот закон. Этот закон принимают не для тех оккупированных территорий, как
В первую очередь они заявляют. Это в первую очередь для территории самой России. Что касается оккупированной территории, конечно, они там будут действовать по законам военного времени, как они говорят, и расстрелы на местах. То есть все в рамках правового поля. Да. А что до этого можно подумать, то, что они творили эти преступления по всей Украине, Ирпень, Буча, Гостомель, Мариуполь и многое другое, да, что сегодня тихо-тихо открывается, Изюм, Купянск. Это что, они делали, объявляя военное положение? Тоже нет. Поэтому... Я думаю, украинская сторона вообще на это никак не должна реагировать. Украинская сторона не должна сегодня делать с повесткой дня вот эти то, что принимается в Кремле, если это чисто идеологическая тема, если чисто это информационное тело. Очень важно сегодня больше внимания уделять именно на ту составляющую, которая непосредственно влияет на военные действия на поле боя. Да? То есть вот именно тема иранских этих дронов, тема возможных баллистических ракет. То есть вот эти темы, они непосредственно влияют на ход событий. Да? Сильно, мало, это уже другой вопрос. Но они влияют, поэтому именно оттуда и действует повестка дня, и пропаганда, и информационная работа, все остальное. Поэтому здесь надо уделять большое внимание. А что касается вот этим сбросом и как вот так они комментируют, мы должны понимать, что это в конечном итоге бумерангом будет бить по самой России, по ее внутриполитической ситуации, и вам просто ее надо все время усиливать. И опять же, вот как я вот до этого давеча вам давал совет, сильно работать на территории и США, и на территории Великобритании, Евросоюза, чисто в информационном поле, точно так же надо работать внимательно по поводу того, во что превращается вот это так называемое военное положение. Как вот они опозорились с этой мобилизацией, точно так же это надо показывать, и чтобы эти россияне, которые тихо-тихо просыпают вроде бы, да, чтобы быстрее вы просыпались бы, потому что эта критическая масса не должна уходить из страны, она должна оставаться внутри страны, чтобы рано или поздно она начала бы движение в сторону Кремля, как это было 30 лет тому назад. Давайте еще более подробно поговорим о Херсоне, потому что там достаточно непростая ситуация, неоднозначная, я бы даже так сказала. Вот накануне Суровикин выступал, впервые его там вывели перед камерами, он анонсировал, цитирую, непростые решения по Херсону. Тут уже начали там по-разному трактовать, то ли это готовность к отступлению, то ли наоборот к эскалации. И вот буквально только что президент Зеленский заявил о том, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС, и это на самом деле может грозить, ну, такое, как сказал президент, исторической катастрофой, потому что от этого зависит точно в такой же мере и жизнеспособность Запорожской АЭС. Вот, по вашему мнению, действительно, пойдут ли они на такой шаг, или это все пока что угроза, ну, и блеф в стиле Путина? Я уже вчера и позавчера, выступая на украинских каналах, вот как раз-таки, когда уже меня попросили также прокомментировать вот эту ситуацию с Херсоном и с комментарием вот этого генерала, мясника Алеппо, как его называют, нынешнего главнокомандующего этими оккупационными силами. Я тогда уже высказал такое мнение, и могу сегодня повторить в эфире вашего телевидения. 80 лет тому назад, ну, во времена Второй мировой войны, есть такой город Краков, который оказался в такой же ситуации. И когда немцы при отступлении, они заминировали весь город. Они заминировали весь город для того, чтобы подорвать его и не дать возможность наступающим силам Советского Союза тогда войти в этот город. И параллели сегодня очень много, параллели много, особенно учитывая значимость, вот так сакральную значимость этого Херсона с точки зрения информационной и идеологической пропаганды. С другой стороны, мы должны понимать, что это и с точки зрения мотивации, морального духа и вооруженных сил Украины, и оккупационных войск России, я уже не говорю про все российское общество и про все украинское общество, как это будет действовать, да, моральное состояние. Поэтому здесь они хотят не повторять, может быть, ошибок того же Лимана, как это произошло. Вы вспомните, в каком трауре находилось все российское общество. У них несколько таких моментов было, когда вы шандарахнули по этому флагману Черноморского флота Москву, потом, когда вы разбомбили аэродром военный в Крыму, и когда вот этот последний случай с Крымским мостом, опять же, пока еще никто не признается, но факт остается фактом, что это удар был лично по имиджу самого Путина. Его сами русские нанесли,
какие-то башни, или же это сделали спецслужбы той же Украины, не играет никакого значения. Это удар был по имиджу лично Путина, и это имело огромный такой эффект внутри самой России. Да? Это какая-то сакральная была для них тема. Поэтому сегодня тема Херсона, это единственный такой большой город, который им удалось в результате определенного предательства, все сегодня это уже знают, им захватить. И поэтому, когда его украинцы в ближайшее время, дай бог, освободят, и тогда это вы понимаете, как это будет выглядеть, и а тут еще военное положение, мобилизация, и вот это все, как это наложится, и как это может аукнуться с тем же политическим кризисом, который еще больше может усиливаться. Поэтому я понимаю, что они не хотели бы повторять историю с Лиманом, и, может быть, они ищут какие-то такие моменты, чтобы показать, что так легко они этот город вам не дадут, так как они отдавали, например, тот же Лиман, тот же Купянск и все остальное, что было до этого. Просто насколько это так или не так, это уже просто мое дело озвучить это в публичной плоскости. А специалисты, ваше военно-политическое руководство, пускай это изучают, потому что у них есть много возможностей, и у их союзников есть очень много возможностей. Я имею в виду и разведслужбы, не только космическую, а все то, что работает на этой тематике. Поэтому пускай задумаются на эту тему. Я так наивно не предполагал бы, чтобы они так просто так легко отдадут этот Херсон, и так просто они не дали вперед этого генерала для того, чтобы он озвучил. Много ли вы слышали до этого каких-то командующих, которых их поменялось, штук 4 или 5 их было, никто из них вообще никогда не выступал. И вдруг выступает этот, а у этого человека репутация довольно такая отрицательная, чисто связанная с человеческими жертвами. Этот человек как раз-таки сравнивал Алеппо, исторический город, а до этого этот же режим сравнивал, тот же Грозный свой собственный в Чечне, если вы помните. Поэтому я внимательнее отнесся бы вот к этим предостережениям, которые я сегодня вам озвучиваю. И это может быть не только одна Каховская вот эта самая гидроэлектростанция, это может быть что-то и посерьезнее. Но просто если провести превентивные меры и подготовиться, то есть здесь надо всегда действовать таким образом, я так понимаю, чтобы они понимали бы, от любых их действий они вреда получат больше. Поэтому если они получат вреда больше, может быть, тогда они отойдут оттуда так же, как они отходили от Лимана. Во всяком случае, если ты информирован, значит, ты уже вооружен. Я в этом вижу свою работу. Ну, в любом случае, с назначением вот этого Сыровикина поднялись ставки в войне. Вот, в частности, начались массированные атаки дронами и ракетами по критической инфраструктуре Украины. И последнее время, ну, фактически каждый день у нас затяжные воздушные тревоги, как и сегодня. И, как уже заявили в нашем Минэнерго, более чем треть энергосистемы Украины разрушена, а президент не исключает даже полное выведение из строя нашей энергосистемы. И вот, как вы сказали, вот это то, что действительно влияет существенно на войну, это уже такие новые реалии. Исходя из этого, как вы думаете, предоставит ли Запад нам дальнобойные ракеты, потому что это, ну, выходит, что единственный, наверное, фактор, который будет сдерживать Россию от таких атак. Ну, насколько я вижу, насколько я понимаю, включая некоторые инсайдерские информации, насколько я специально изучал вот эту тематику, даже консультировался с Агилем Рустамзаде, с моим земляком, моим другом, вот, которого я считаю одним из самых сильных военных экспертов сегодня по этой тематике. И я могу понять, пришел к выводу, что в ближайшие пару недель эта проблема может быть купирована. Вот, я думаю, этим уже занимаются. Вот, и не только сами украинцы, но и их союзники здесь, в Вашингтоне и Великобритании. Вот, более сильная проблема, важная проблема – это баллистические ракеты, которые также могут быть поставлены тем же Ираном. И здесь очень важно ко всему этому подходить вот так системно, потому что это же проблема не одного дня. И вот это, как я в самом начале вам отметил, то есть, значит, Запад, США, они уже должны понимать, что если вы не хотите повторения всего того, что было с тем же Ираном, если вы не хотите повторения того, что было 30 лет тому назад, теперь же на фокусе той же России, вы должны кардинально изменить свои подходы, и вы должны сегодня уже четко заявить о том, что сегодня агрессию против Украины совершают три страны. Это Россия, это Беларусь и это Иран. И в отношении этих трех стран по всем направлениям политическим,
дипломатическим, экономическим, военно-техническим нужно принимать решения. То есть это однозначно. Если, поэтому мне нравится то, что вы готовитесь к разрыву дипломатических отношений с тем же Ираном. Что бы там в Иране ни заявляли, Иран будет до конца говорить, что это не мы. А что, россияне признают о том, что они бомбят мирные города России? Они же говорят, что это вы сами делаете. Поэтому или тот же Лукашенко признается в том, что с его территории происходит такая же агрессия. Он также говорит, мы вообще не принимаем никакого участия. Мы просто предоставили свою территорию. И то, что сегодня там происходит определенная вот такая эскалация, подготовка к эскалации, то есть это все делается для чего? Для того, чтобы страна, она на самом деле принимает участие. Просто у тебя-то конкретная роль, тебя отвели такую роль. У Ирана такая роль, им отвели такую роль. Поэтому мы должны понимать. И я так думаю, уже процесс в этом направлении пошел. Просто я хочу, чтобы мы понимали бы, насколько все было до этого неправильно. Вот именно до 24 февраля было очень неправильно. После 24 февраля в самом начале тоже было много чего неправильно. Но уже, я так понимаю, критическая масса дошла до такого уровня, что красная линия невозврата, она перешагнула. Ну, во всяком случае, в Великобритании и в США это уже точно стали понимать. В Европе еще многие брыкаются. Они надеются на то, что, ну, вось принесет. А вось пронесет, потому что для них, в первую очередь, и интересуют их экономические проблемы, которые перед их странами стоят, а они на этих проблемах приходили к власти, делали карьеры, и они не хотели бы сегодня из-за какой-то Украины, в их понимании, да, приносить это все в жертву. Другое дело, очень много зависит от вас, как я сказал, вы можете их заставить, вы и так очень много что сделали своим героизмом, вы их заставили, просто до конца оставайтесь такими крепкими орешками, я имею в виду и политическое руководство, и армию, и народ. Не давайте никому вас сломать вот эту консолидацию. Я вижу иногда с болью сердца, я вижу это все. Вот видите, не буду называть, кто это делает, как это делает, на каких каналах. Сам хочу сохранить эту вашу консолидацию. Но это происходит иногда, это вызывает сожаление. Это мы видим и в США. Но США все-таки не воюет, она вам помогает. И США имеет огромное количество ресурсов для того, чтобы это нейтрализовать. У вас сегодня очень сложная ситуация в этом плане, поэтому вы не имеете люкса для того, чтобы кто-то поломал вашу консолидацию. И вот так, если вы останетесь так сильны, вы так и будете наезжать на весь этот коллективный Запад в теме того же Ирана, как такое произошло, и будете наезжать на тему в той же Белоруссии, потому что два года тому назад это как раз-таки этот коллективный Запад своей беззубой такой политикой не помог белорусскому народу. Тогда уже могли бы его свергнуть, понимаете? И тогда бы была бы совсем другая ситуация, и не было бы этого плацдарма у того же Путина. Вы понимаете, это совсем облегчило бы проблему с тем же Киевом, с тем же Львом и с теми же западными границами вашими, откуда сегодня идут огромные логистические поставки. То есть как это используют? Поэтому далеко не случайно они сегодня намереваются там создать какие-то определенные проблемы. Но я понимаю на то, что это тоже вы знаете, это знают ваши союзники, и я думаю, Лукашенко мало не покажется, ежели вдруг он там дернется, потому что это бумерангом ударит именно по нему, потому что это не Иран, это конкретно ваша территория, у вас на границе. Что касается с Ираном, я думаю, с Ираном уже понимают, что пришло время завинчивать гайки. И далеко не случайно, заметьте, Иран на границе с Азербайджаном собрал 50 тысяч своей армии. Сегодня идут там учения, идет демонстрация силы против Азербайджана. Далеко не просто так, потому что на прошлой неделе в Азербайджан приезжал министр обороны Израиля с 4-5 генералами звездными, приезжал министр обороны Турции с 4-5 генералами звездными, и они в один и тот же день. В этот же день приезжал туда министр иностранных дел Саудовской Аравии. Как сами понимаете, я не буду спекулировать и комментировать это, просто я вам дал эту информацию, а вы уж сами сделаете 2 прибавит 2 равняется 4. То есть для чего приезжают эти люди в Баку на такого высокого уровня, и для чего Иран сегодня собирает там 50 тысяч своих армий. Ну, опять же, Иран только дернется, мало ему не покажется. Эти страны просто раздавят, и Соединенные Штаты в том числе в этом вопросе будут поддерживать всю эту коалицию. Поэтому, естественно, мы должны понимать, какие тут игры, почему Иран сегодня ведет себя так. Иран сегодня ведет себя так же, как Лукашенко. Он завязан уже на той же России, и я так понимаю, в Иране вот эта ситуация политическая, вот революционная, которая тоже может выйти из-под контроля, однозначно, и там идет внутриполитическая борьба также, потому что лидер Ирана духовный
тяжело болен, он не сегодня-завтра может уйти в мир иной, а на его место пока еще проблема не решена, нестабильная такая ситуация, поэтому мы должны понимать, где мы должны работать, где какие риски могут быть у той же Украины, но вы должны точно понимать, что количество ваших врагов непосредственно на земле сегодня официально это 3 – Россия, Беларусь и Иран. И исходя из этого, вы должны системно стараться нейтрализовывать это по всем направлениям – информационной, дипломатической и военно-технической. Ну а вот у Ирана кровный враг – это Израиль, и тут мы так ожидали, немножко надеялись на израильский фактор, и накануне Украина запросила срочной передачи систем противовоздушной обороны, но мы уже увидели отрицательный ответ министра обороны Израиля. А сегодня «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что Россия сокращает свои силы в Сирии, и что в принципе может означать как раз, что позиция Израиля может измениться, так как уже у них не будет этого сдерживающего фактора, им не надо будет оборачиваться в своих решениях на Москву. Вот как вы считаете, действительно ли может измениться позиция Израиля в ближайшее время в вопросе передачи нам вооружения? Давайте честно признаем некоторые ошибки, которые совершила Украина после 2014 года. В первую очередь во внешнеполитической деятельности. Мы занимаемся проблемой только тогда, когда это затрагивает нас лично. Это как и человек. Человек, когда рядом кто-то болеет, мы на это не обращаем внимания. Пока только сами не заболеем, и у нас эта проблема, и мы начинаем искать как раз-таки врача, лекарства. Вот точно так же и с Украиной. И точно так же во взаимоотношениях Украины и того же Израиля. Вот посмотрите взаимоотношения Азербайджана с тем же Израилем. У Азербайджана с тем же Израилем стратегические отношения на протяжении всех 30 лет. С другой стороны, у Азербайджана стратегические военные отношения с Пакистаном, совершенно мусульманская страна, страна еврейское государство. То есть разные, это не религиозная тема, значит. Да? То есть я многовекторные, разновекторные вот такие отношения. И, ну и Турция наша братская страна, и поэтому Вторая Карабахская война, вот и результат. Поэтому вы не занимались не только Израилем, вы не занимались даже тем же Китаем. Несмотря на масштабы такие, да, то есть когда это работает, надо работать было, но и ждать вот просто наступила война и все бросятся на амбразуру спасать Украину, это просто наивно. Вы видели, как коллективный Запад даже этого не собирался делать, только благодаря вашему героизму они тихо-тихо стали держать нос по ветру. И сегодня вы прекрасно знаете, кто ваши реальные друзья, а кто играет просто эту роль. Всегда надо держать особняком страны Балтии, Польшу, Румынию, вы это видите, как они стоят особняк. То есть новая Европа отличается от старой Европы, да? Старая Европа, там продажные вот эти политические проститутки. Но среди них тоже тихо-тихо мы начинаем видеть какие-то нормальные голоса. Но опять же, это не на том уровне, они даже не находятся сегодня у власти. Ни во Франции, ни в Италии, ни в Германии. Но они есть в Великобритании, слава богу, Великобритания не в Евросоюзе, она немножко по-другому работает, и она с англосаксами, Соединенными Штатами связки, и они ваши главные союзники. Это для вас очень важно. Не забывайте взаимоотношения США и того же Израиля. Они союзники вне НАТО. И поэтому вот Израиль поэтому стоит на ногах в таком вражеском окружении, и у Израиля такая армия, у Израиля такие возможности, это в первую очередь благодаря правильной вот такой внешней политике. То есть правильного союзника подобрали. У вас вот неправильно его подбирали. Теперь, слава богу, вы уже как будто бы идете в этом направлении, как будто бы процессы двигаются. В перспективе, конечно, ваше будущее я вижу вполне оптимистично. Но вы спрашиваете конкретно про Израиль, поэтому просто надо работать. Надо работать с конкретной страной, понимать, какая идет игра, почему Израиль так себя вел. У Израиля, имейте в виду, все страны, включая США, включая мой родной Азербайджан, Израиль, любая страна, она будет исходить из своих национальных интересов, а не из интересов Украины. Точно так же, как вы должны исходить из ваших национальных интересов. Просто очень хорошо, когда эти национальные интересы совпадают. Допустим, у США с Украиной, у Азербайджана с Израилем, у Азербайджана с Пакистаном. И надо сделать так, чтобы и Украины с Израилем это шло по восходящей. Насколько я информирован, отказали в том, что вы просили, но подставят вам кое-что другое, что поможет в техническом плане заранее оповещать о приближающихся этих воздушных рисках, включая эти дроны. Поэтому просто продолжайте работать, не ухудшайте, а наоборот улучшайте отношения с теми странами, в которых вы на самом деле можете нуждаться сегодня, будете нуждаться завтра. Это очень важный вопрос дипломатии.
Продолжая тему массированных атак на Украину в последнее время, президент Зеленский сегодня заявил о том, что Россия вот такими обстрелами не только давит на Украину в том плане, чтобы терроризировать нашу страну, также она продолжает и энергетический шантаж Европы, потому что Украина прекратила экспорт электроэнергии, но кроме этого хочет и спровоцировать опять волну миграции из Украины в страны Европейского Союза, чтобы еще и таким образом, собственно говоря, как раз давить на страны Евросоюза и на их лидеров. Вот по вашему мнению, может ли это сработать? Ну, пока что до сегодняшнего дня это не сработало. Расчет на то, что наступит холода, и они рассчитывают на то, что это усилится. Ну, до холодов еще есть время, и впереди освобождение Херсона, дай бог, и еще какие-то другие конкретные успехи на военном театре действий, и тогда это все, наоборот, будет работать на вашу мельницу, нежели на мельницу той же России. Расчет России, конечно, понятен. Создать, во-первых, морально вас сломать, они не понимают или уже понимают, что назад все равно дороги нету, вы становитесь еще более сплоченные. Потому что, когда меня спрашивали о варварских бомбежках, последних вот этих бомбежках, я говорил, а вы вспомните, что было 24 февраля? Тогда были бомбежки на порядок выше, на порядок хуже. То есть, да, страшнее. И тогда у Украины вообще не было никакой поддержки. Поддержка была ноль со стороны всего коллективного Запада. Ну и что в результате? Украина выстояла. А сегодня у Украины поддержка уже процентов 70-75, как мы хотим. Да, например, не хватает этих 25%. Ну, как будто бы дело движется именно в том же направлении. И что творится в России, надо всегда параллели проводить. Вот то, что у них, в каком состоянии их армия, в каком состоянии мобилизация, в каком состоянии экономика. Вот все тихо-тихо-тихо, мы должны это видеть. И какие у них ресурсы для этого есть. Да, это до чего дошло, что сегодня они пользуются поддержкой страны, которая под санкциями, и которая экономика не ахти какая, да, того же Ирана. Завтра они у той же Северной Кореи еще что-то будут брать. Но это же лишний раз подчеркивает перспективы той же России, да, в ресурсном плане. Понимаете, в ресурсном плане. А ваши перспективы в ресурсном плане, они намного более радужные. Другое дело, да, это война, да, это эти бомбежки, да, вот это все, это человеческие жертвы. Но вам другого шанса не дали. И поэтому вы сегодня боретесь, в первую очередь, конечно, за себя. Это для вас экзистенциональная война. На самом деле, это война за ваше выживание, чисто в человеческом плане, чисто в плане нас как нация, как государство. Ну, я так думаю, вы самое страшное, первую половину, так скажем, как будто бы преодолели ее, да, преодолели довольно достойно, и с высоко поднятой головой можете идти вот так же, как ваши герои Азова, которые сегодня находятся под охраной там в Турции. То есть вот именно такого типа вся нация. Может, да, потому что есть страна, у которой есть такие герои, она, значит, конечно, достойна уважения. Я знаю, как общественное мнение в мире на вашей стороне, оно не просто так формируется. Вот эти истории, которые мы сегодня слышим, будь то на фронтах, будь то в теробороне, будь то как вот Украина сегодня борется, и все понимают, что это на самом деле вы боретесь не только за себя, вы боретесь за весь цивилизованный мир. Просто этот цивилизованный мир вам другого выбора тоже не оставил. И цивилизованный мир, между прочим, в первую очередь виноват. Вот насколько Россия виновата, 50%. Вот 50% цивилизованный мир виноват в том, что это произошло. Потому что они 50 лет, вот эта борьба так называемых, да, идиотская терминология, демократии с автократиями, да. Вот эти демократии продали автократии, такие страны, как Грузия, такие страны, как Украина. Вот в результате то, что получится. Поэтому, естественно, эти 50%, они тоже должны будут пройти свой путь к покаянию. Однозначно. И эти Меркель, и все, это путь к покаянию. Потому что другого, вот у Тенгиза Абуладзе есть такое покаяние, вы знаете наверняка, есть такая, фильм был, такая книга есть, и там есть такая фраза. Герой спрашивает, эта дорога ведет к храму? Говорит, нет. Говорит, эта дорога ведет в другое место. Если эта дорога ведет в другое место, зачем она нужна? То есть дорога должна нести к храму. Вот сегодня и западному миру, и России нужна вот эта дорога к покаянию, потому что эти две страны виноваты в той гуманитарной катастрофе, которая сегодня происходит именно в Украине, и которая сегодня затрагивает все человечество. Она затрагивает не только цивилизованный мир, она затрагивает ту же Россию. Поэтому эти россияне тоже должны будут пройти коллективно пройти через этот путь покаянию, так же, как в свое время немцы 80 лет тому назад, они этот путь проходили. А вы, я думаю, учитывая, что вот стоите уже на ногах, сохранили столицу, сохранили государственность, я думаю, вы уже будете идти не
путем к покаянию, вы будете идти как птица Феникс к возрождению. И я уверен, что вы в будущем будете играть намного более важную роль, чем та же Германия, которая играет сегодня, будучи лидером Европы. Потому что вы выйдете из войны победителем, и вы выйдете, во-первых, вы жертва оккупанта, а вы не оккупант, как Россия, и как не Германия 80 лет тому назад. Несмотря на то, что Германия была оккупантом, посмотрите, как они прошли через это, они восстановились. А вы все-таки жертва оккупации. И поэтому и план Маршалла, и поддержка США, и Великобритании, и всего цивилизованного мира. Да и вы сами, я вижу, если вы так можете стоять в нынешних условиях, у меня не вызывает никакого сомнения, что при мирном строительстве вы скорее восстановите все то, что эти оккупанты сотворили с вашей страной. Ну давайте еще немножко о планах Путина. Сегодня наш генштаб заявил о том, что возрастает угроза с белорусской стороны, и что на этот раз, скорее всего, направление удара будет уже не на Киев, а как раз на западные регионы для того, чтобы обрезать маршруты поставок нам вооружения. Также некоторые эксперты указывают на то, что сейчас происходит такое усиление техники и военных вблизи белорусской границы с Польшей и с Литвой. Вот по вашему мнению, возможны ли провокации сейчас со сторонами НАТО и втягивание НАТО уже непосредственно в войну? Ну, стоит ожидать таких провокаций однозначно. Но я не думаю, что они настолько самоубийцы, особенно я имею в виду того же Лукашенко. Он все-таки демонстрировал при всей нашей критичности и нелюбви к нему. Он все 25 лет там с лишним, сколько он у власти находится, даже более 25 лет, он с 94 года, кажется, все это у власти. Вот, этот председатель колхоза, он на самом деле демонстрирует выживаемость определенную, да, в разных ситуациях. Ну, такой войны, может быть, не было, чтобы он ее демонстрировал. Но, во всяком случае, заметьте, он еще держится определенное время, то есть и прикрывается тем, что он как будто бы не принимает участие. Ну, как ОДКБ просто предоставляет свою территорию. Вот, и он понимает, просто вовлечение уже Белоруссии вот, в открытом плане, это, конечно, не оставит ему ни одного малейшего шанса, чтобы как-то устоять на ногах, потому что он даже слетит быстрее, чем слетит тот же режим Путина. А Путин, конечно, хочет использовать его точно так же, как он хочет использовать всех остальных, но у него не получается. У него в ОДКБ, видите, ни с кем не получилось, да? Он только оттуда оружие брал. А вот как базу, как территорию, он сегодня использует, конечно, в первую очередь, ту же Беларусь. Насколько ему удастся, насколько вот этот Лукашенко согласен идти на заклание вместе с ним, это вопрос буквально ближайшего времени. Но другое дело, конечно, риторикой, он выполняет эту задачу. Риторика такая агрессивная, она делается для того, чтобы, конечно, вы бы не списывали бы это с повестки дня. И я думаю, военное руководство ваше, военно-политическое, оно должно тоже быть готово к этому, потому что если вы не будете готовы, тогда, естественно, они это возьмут намного легче, и они спокойно это смогут сделать. Но если они будут знать, что они получат в ответ такие ответы, ответные меры, которые мало не покажутся, и особенно в первую очередь Александр Григорьевич лично касательно вас, тогда он 10 раз подумает, делать это или не делать. Но задача, как вы в своем вопросе озвучили, она на самом деле такая, потому что проблема сегодня для них в первую очередь этой территории не взять и Киева. Они прекрасно понимают, что Киев они взять уже не смогут. Они не смогли это сделать после 24 февраля. Сегодня тем более они это сделать не смогут. Но сделать проблемы в области логистики, да, вот эта задача, конечно, стоит. Просто другое дело, это невозможно не сделать, не ввязываясь конкретно в боевые действия. Хватит у них на это душка, особенно у того же Лукашенко. Время покажет. Но то, что сегодня Украина и Запад к этому готовы, это однозначно, я не сомневаюсь. Что ж, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. А нашим глядачам нагадаю, Рамис Юнус, політолог та екс-керівник апарату уряду Азербайджану, був сьогодні разом із нами. На сам кінець ще раз попрошу поставити лайк цій трансляції, підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. А також у коментарях діліться своїми враженнями про нашу розмову. Спасибі за увагу, на все добре. Спасибо вам, Юнус. До свидання. Дякую.